Яблони кроха сорт карликовый, его высота составляет 60-70 см. Дерево приносит первый урожай спустя 3 года после посадки, тогда с одного растения можно собрать около 10 кг яблок. К 5-му году жизни плодоносит в полную силу и дает урожай до 27 кг с одного куста. Яблони кроха не морозоустойчива, она имеет слабую устойчивость к первым морозам, поэтому нуждается в дополнительной защите и прогреванию от холодов. Зато дерево устойчиво к яблоневой парше, но желательно ежегодно проводить профилактику растения от вредителей. Яблони дают плоды массой около 100 грамм. Они имеют кисловатый вкус с выраженным сладким оттенком. Созревает дерево к середине или к концу августа.